Алексей Напрякина. Посмотрите, начало упражнения необычное, придуманное ей вместе с тренером, конечно, Михаилом Клименко, которого вы видите. Срандата, вот по аналогии с опорным прыжком, переворот назад, да еще с поворотом, через нижнюю жердь вниз на ту же нижнюю жердь. Эта гимнастка на каждом из четырех снарядов имеет свои элементы, элементы, которые она первая исполнила. Ну, может быть, еще не все из них отшлифованы,